В общем, ребят, всем привет! С вами я, Денис Геймерс, и снова сегодня будет видео на разбор на такого индивидуума, как Стас Владимиров 2. Наверное, вы знаете такого человека. Да, это Стас Владимиров, только на втором канале. То есть он второй запасной аккаунт снял и выложил про меня всякие, можно сказать, некультурные видео про меня. Я, если что, не в курсе, что... Ну, если кто не в курсе, что я вчера снес видео у Стаса Владимирова, и у него так знатно подгорело, у этого Стаса Владимирова, что он просто-напросто так, ну, так забомбил меня, я просто угорал. Потому что этот Стас Владимиров, ну, вернее, это не Стас Иванов, а Стас Владимиров просто. Этот Стас Владимиров просто-напросто сильно забомбил из-за того, что я на него кинул страйк. Ну, я считаю, так ему и надо, потому что такому агрошкольнику, как этот Стас Владимиров, он просто-напросто не достоин никакого ютуба и уважения. Тем более, я вам и так давно говорил, что эти хейтеры максимум позорят ютуб. Я скоро и на остальных кину жалобу, если там будут видеоматы, я им кину тогда в следующий раз жалобу. Ну а пока что давайте посмотрим на кринжатину от Стаса Владимирова 2. Давайте одно видео посмотрим. Я второе немножко посмотрел. Это, в общем, не обращайте внимания. Это просто старое видео вот этого Стаса Недо Владимирова 2. У него второй аккаунт. Я сам это видел, что он там меня упомянул. Вот, видите? Общага ко мне, и я же говорил, что вернусь. Но, понимаете сами, по Стасу Владимирову уже повторная жалоба плачет. Я за кадром кинул повторные жалобы, и повторные жалобы его также могут снести его видео, если там будут маты. Так что давайте приступать смотреть. Всем привет, ребята. Меня зовут Стас Владимиров. И, короче, добрый день. Добрый вечер, точнее, я перепутал чем-то. Ребят, я делаю обращение к Денису. Я буду 3 раза обращаться к нему. Первое обращение к тебе, Денис Балабол. Ты снимаешь полный кринж, у тебя качество плохое, вижу, что. И еще второе обращение. И ты недостоин популярным блогерам в Ютубе. Еще третье. Это будет слишком матное. И ты, Денис, полный кринж и говно, и долбоеб. Сука, падла, ты негодяй. Еще ты дерьмо. И блюдок. Пошел ты нахуй, долбоеб, Денис, слушай ты сюда. Я выебу тебя в пополный. Всем пока, ребята. Это я был Стас Владимиров. И это было обращение к Денису Геймерсу, этому тупому Я даже не стал ржать просто. Но я немножко, конечно же, насмешил про эту ответку. Но я вам скажу так. Этот Стас Владимиров на втором канале, то есть это бывший первый канал Стаса Владимирова, также позорит свой YouTube. То есть, понимаете, да? Этот человек просто-напросто обращается ко мне, ну, в третьем обращении, с матами. Я, кстати, видел маты в обращении, и поэтому я ему видео... удалил, и все, считайте, ему кирдык было, вот этому вот человеку под ником Стас Владимиров. В общем, ребята, все, больше я говорить про этого человека или индюка говорить не буду, и так все понятно, что он позорит YouTube. Я посмотрел 2 видеоролика, это просто полный кринж. В общем, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.